центральным каналом. Вся Москва спит под одним одеялом. Повестки дня, вопрос декабря. Как любить тебя больше, чем себя? Как поверить в то, что мы нашлись не зря? Этот берег наш, бросая якоря. Прости мой тот дурные привычки, за то, что прячу от сердца отмычки. Когда молчу о тебе в интервью, за этот бред, что я говорю. Мы не подходим друг другу, и все же это химия запаха кожи. Это магия так будоражит. Инспектор, на каком основании вы сидите в гражданском автомобиле с документами человека? Кто вы такой? Я вас спросил вопрос. Вы кто такой? Я гражданин. Ну, очень хорошо. Я интересуюсь, на каком основании? Очень рад, я вас не прошу представляться. Спрашиваю, на каком основании вы сидите в гражданском автомобиле? А я вам отчитываться. Вы нарушаете прямо, вызываю 102. Здравствуйте, вызывайте 102, только машину уберите. Здесь знак пешеходный переход. А что, человек сидит? И сплошные линии разметки, вот здесь только что пересекли. Я оттуда ехал. Здравствуйте, шо? Потому что я оттуда ехал. Дай мне хоть один шанс, и ты поймешь. Я то, что надо, и немного еще. Эти сплетни не бери в расчет, твои подруги врут. Если бы знали, что свободен трон, то прибежали бы за 5 минут. Я их знаю. Они ждут принца на белом коне, чтобы забрал их в Сент-Тропе. Принцы берут их в Сент-Тропе. Но к сентябрю они опять в Москве. Считайте 10 метров. Я тоже. Инспектор, что вы нарушаете? Ладно, что вы сидите в машине, машина нарушает, вы заставляете водителя здесь стоять. Сели в его автомобиль. Выйдите, пожалуйста, покиньте его. Идите в свой автомобиль. Зачем вам машину дали? Что вы чужие садились? Я говорю, в машину свою идите. Что вы тут сели? Я вас говорю, идите в свой автомобиль. Зачем вы сидите в гражданском автомобиле у человека? Что он к вам сел, скажите? Что-то хочет от вас? Взятку хочет? Я вас не снимаю, не волнуйтесь. Меня вот инспектор интересует больше. Да? Угу. У меня просто душа. Дорожно-гражданский контроль. Они знают прекрасно. И Антона Дембинского, да, знаете? Знаете. Я не знаю, я опять-таки понял. Ну хорошо. Так что вы тут сидите? Спрашиваю, вот человек бензин палит из-за вас. Он свои батарейки палит, у вас там электроэнергия. Вот так вот будет. И вам еще. Вот же ж бандит. Я вас жду, инспектор. Уехал инспектор куда-то. Я вас умоляю, вы меня не останавливали. Коррупционные схемы какие-то. Инспектор, что случилось? Вы стоите в зоне действия знака пешеходный. Покажите мне 10 метров, покажите мне 10 метров. Вы мне удостоверение техпаспорт покажете? Я сейчас к вам приеду и покажу. Капитан Нечипаренко, областное управление. Как? Капитан Нечипаренко, областное управление. О, я вас слышал тоже. А куда уехал инспектор? Тут важнее вопросы решаются, а не какие-то там человек 10 метров. Человек уехал оформлять водителя на больницу, освидетельствовать. Ну, так он поехал за рулем при мне, человек. Как он может пьяный ехать? А кто его может отстранить от управления? У нас есть подозрение, мы его освидетельствуем. Когда освидетельствуем, когда будет установлен факт, тогда мы его отстраним от управления. Если вы его подозреваете, вы не должны ему вроде даже свою посадить в машину. То, что должен, мы разберемся. Вы мне удостоверение. Да вы такие нарушители. Вы должны не нарушать правила дорожного движения. Доказательства. Вы требуете от нас того, чтобы вы доказательства. Не ладно, вот вы там знак. Стояли. Вот знак, сфотографируйте знак вот и расстояние знак, до вашего автомобиля. 10 метров до знака вам нельзя останавливаться. У меня сломался автомобиль. Шаша? Сломался автомобиль. Где аварийный знак аварийной остановки?
Аварийка у меня включена. Не-не-не, знак аварийной остановки. Я сейчас починю, еду. У вас работает двигатель, у вас все работает. Газ вот нажимаю. Вы выходили с автомобиля, вы занимались своими личными делами. Инспектор попросил помощи инспектора. Да, вот я подошел. Открывайте капот. Я вам буду помогать ремонтировать автомобиль. Ну, я обязан выходить из машины, я сам починю. Нет, вы же говорите, вам нужна помощь. Я готов оказать. Мне на того инспектора было. Покажите документы, кто вы такой. Я хочу знать, кому я сделал замечание. Я хочу знать, куда скажите инспектору. Я говорю, секундочку, вы мне документы покажите, я должен знать, кому я сделал замечание. Вам я представился. Нет. Вы мне представились. Можно представлялся два раза. Давайте удостоверение сейчас, чтобы я убедился. Это ваш монтаж. Удостоверение ваше, говорю, можно? Конечно, можно. Чепуренко Юрий Анатольевич, 15-го, ПСГИ. Вы что, областные, что ли? Понятно. Молодой человек, ну, будьте взаимовежливы. Я представился, показал вам свое удостоверение. Ты, что ваш, вам ваш, мешает показать ваш, свое ваш удостоверение? Да ничего мне не мешает показывать. Да ничего мне не мешает. Мне мешает показывать то, что у вас такой нарушитель грубит мне, говорит, а что тут такое, а что тут такое? Хочу и сижу, не ваше дело. Вы не поняли, это... вы можете где-то что-то... Не вот на, вот на камере хорошо, написано. Вот такой вопрос. А вы можете мне сообщить фамилию своего напарника, я вам покажу удостоверение? Вы мне показываете. Нет, вы нам условия не ставьте. Я вам назвал. Хорошо, давайте что я вам покажу удостоверение. Я вам свое удостоверение показал, я вам представился, назвал, за что я к вам подошел и сделал замечание в данной ситуации. Ну, вы же уже сделали замечание. Сделал. Значит, здесь останавливаться ехать нельзя. Хорошо, показывайте. Кто вы такой? Кто вы такой? Да. Вот так вот. Хорошо, Георгий Вячеславович, что у вас не устраивает? Меня не устраивает, почему инспектор, в грубой форме ладно, это уже отдельный разговор, меня больше не это беспокоит. Беспокоит, почему он подошел, открыл машину водителя, сел, и они поехали вместе. Подозревают, посадите свою машину. Человек не хочет. 400/666. Человек не хочет, он хочет ехать на своем автомобиле. Ну, значит, он хочет. Если он хочет пьяный, поехать домой. Нет, пьяный домой он не поедет. Если его подозревают, вы должны его отстранить. Подбирайте автомобиль, здесь стоять нельзя, будьте здоровы.